В эти дни в Барнауле проходит юбилейный, пятый по счету, театральный фестиваль курсовых и дипломных работ «Шаг». Участие в нем принимают молодые артисты из Москвы, Новосибирска, Перми, Кемерово, Барнаула и не только. Какова основная идея фестиваля? Чем будут радовать и удивлять зрителей? Кто в составе жюри? И каковы перспективы у тех ребят, которых это самое жюри отметит? Не только об этом поговорим сегодня с директором Алтайского государственного музыкального театра Галиной Санжаровой и нашей московской гостьей Натальей Языковой, исполнительным директором Ассоциации музыкальных театров России. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Рада вас видеть. Сначала, Галине, вопрос. Фестиваль уже пятый по счету. Какова была идея его создания изначально? Изначально, в 2012 году, эта идея родилась у нашего главного режиссера Константина Александровича Яковлева. То есть, можно сказать, что это его детище. Естественно, оно было основано на чем? О том, что у нас недостаточно кадров. То есть у нас нет своей консерватории, да, и поэтому кадры, как правило, уезжают в большие города, и поэтому вот объединить, вот такой, сделать такой синтез студент, да, рабочая площадка, театр и плюс вузы, педагоги, да, то есть все в одном пространстве. То есть была идея такова, чтобы оставить, естественно, кадры у нас в Алтайском регионе, в музыкальном театре. Чтобы они приехали отовсюду сначала, показали себя. Чтобы они приехали со всей России, да, объединились здесь на площадках в едином творческом таком порыве и в итоге остались в нашем регионе. Вот такая была у нас изначальная идея. Я так понимаю, идея очень хорошо реализовалась, да? И все получилось. После каждого фестиваля у нас оставалось, да, по одному, по два, по три человека. После фестиваля те, которые оставались работать именно в нашей труппе театра. А с удовольствием ли вообще молодые артисты принимают участие в вашем фестивале? Вот, допустим, сравнивать первый фестиваль и вот все последующие. Какое количество человек сначала принимало участие и кто сейчас приедет? Ну, мы начинали 80-100 человек участников. В этом году это достигло... Но это много вообще, 80-100? Ну, или... нет. Нет? Нет, это немного. Потому что в этом году колоссальное вообще у нас такое количество. Это 220 или 225 там человек. Получается, участников. То есть это очень много человек. У нас 10 спектаклей, 10 команд, соответственно, со всей России. Вот. И городов больше участвует? География у нас расширилась, естественно. Кто-то выбывал. То есть у нас там был Омск, Красноярск. В этом году у нас приехали Иркутск и Пермь, то есть первый раз. Новосибирск, Москва, Новоалтайск наш принимает участие вот, с любительским театром. Естественно, для них это... праздник. Естественно, вот встречаться, объединяться, получать какую-то полезную информацию, потому что мэтры, которые принимают участие в жюри, это, естественно, педагоги, хореографы, руководители вузов театральных. То есть это огромная польза, и, естественно, огромный праздник, потому что встретиться, обменяться опытом с другими регионами, да, с другими студентами, плюс ко всему выступить на сцене, на профессиональной сцене театра перед зрителями, не только главное, членами жюри. Главное, все-таки, наверное, показать себя, да, правильно. Потому что, как правило, дипломные курсовые работы – это закрытые показы. А здесь такая возможность выйти на большую сцену и показать себя перед зрителями. А какие постановки зрители наши барнаульские, ну, может быть, какие-то приезжие гости увидят в рамках юбилейного фестиваля? Москва, Том Сойер был уже у нас. И любительский «Диез». Театр, это из города Новосибирска, который тоже уже показался. Но у нас еще впереди 4 дня, вот, поэтому каждый день у нас по 2 площадки работает, по 2 спектакля. И на каждой может быть зритель? И на каждое мы ждем зрителей, то есть билеты у нас в продаже, у нас есть система... Билеты есть еще? Билеты еще пока есть, у нас есть система абонементов для студентов, очень лояльные цены, то есть можно приобрести на все спектакли фестиваля. Вот, поэтому билеты есть, билеты в свободном доступе. Вот, мы еще увидим замечательную Пермь с Ханумой, Иркутск, госпожа Министерша. Плюс в этом юбилейном фестивале у нас участвуют впервые, мы вот привлекли, это любительские театры, которых тоже как их никто не видит, большой сцены и им не предоставляют, а здесь у них есть возможность из Новосибирска и из Новоалтайска, 2 любительских театра. Они у нас участвуют в ВОВ-программе фестиваля. В общем, те, кто любит театр, добро пожаловать на площадке, я так понимаю, в фестивале. Наталья, теперь к вам вопрос. По-вашему, много ли у нас в России сейчас, ну и в Сибири в частности, молодых, талантливых, поющих и танцующих артистов? Мы же говорим все-таки о музыкальных театрах. В России всегда богата была талантами, и не оскудевает земля, поэтому очень много молодежи, которая хочет стремиться на сцену. И самое главное, это дать им возможность себе реализовать свои таланты, свой потенциал реализовать. Поэтому этот фестиваль – это один из таких лифтов, из возможностей продвижения себя, своего таланта.
для следующего шага для на профессиональную сцену. Ну а где, по-вашему, талантливее ребята? Или нельзя разделять? Где-то в столице, или, может быть, у нас здесь, в Сибири, или, в общем-то, все талантливые? Все талантливые, везде талантливые. Вопрос, есть ли возможность реализации? А не всегда есть возможность, да, реализовать себя? Ну, не во всех же в городах России есть творческие вузы, куда может талантливый ребенок пойти. Поэтому это надо еще же сделать шаг для того, чтобы приехать из другого города поступить, учиться, а потом уже дальше развиваться. Но у тех, в чьих городах есть эти вузы, конечно, шансов больше пойти поступить. Но, с другой стороны, я считаю, что талант всегда найдет себе дорогу, потому что актерское искусство – это значит, что человек не может жить без сцены. То есть он в других сферах реализоваться не может. Ему будет неинтересно, и все равно рано или поздно он придет на сцену, если это в натуре заложено. Особенно в музыкальном театре, потому что там голос созревает попозже. И когда уже человек осознает, что он без сцены жить не может, там в 25-30 лет. Вот, а вот в этом возрасте, да? Ну, для вокалистов, особенно там для оперных, вот это возможно. Есть такие случаи, когда даже без образования, без музыкального приходили и вот уже в 30 лет начинали первые шаги. Ничего. Но если голос формируется попозже. Угу. А, Наталья, ну вы член жюри, мы это теперь скажем зрителям уже, и уже сказали, собственно, чем лично вас Наталья может удивить молодежь? Вы, наверное, чего только не видели. Энергетикой своей. Своим энтузиазмом, своей непосредственностью и своим желанием творить и придумывать, и делать что-то новое, неожиданное. А чего вы ждете от этого фестиваля? Удовольствие. Удовольствие? Вы ради удовольствия приехали? Или тоже у вас есть какой-то интерес свой в этом смысле, нет? Нет, поскольку я директор Ассоциации музыкальных театров, куда входит на данный момент 57 музыкальных театров России, то просто представитель российской театральной общественности. Может быть, какие-то там советы, куда обратить внимание, куда пойти. Вот, может быть, смогу дать рекомендации, где какие потребности есть в каких театрах российских. Поспособствовать, так сказать, да, трудоустройству вы можете каким-то образом. Профориентация, да. Профориентация. А, наверняка вы знаете, Наталья, что сейчас в тренде, ну это тоже такое слово модное, если говорить о музыкальных театрах, на что сейчас у нас ходит зритель с удовольствием, скажем так, или хочет ходить? Конечно, зрители в каждом городе разные, у каждого свои приоритеты такие. Но вот если брать театры музыкальной комедии, театры оперетты, то это мюзиклы, конечно. Причем мюзиклы не те, которые переносы с западных калек. Мне кажется, раньше пользовались вот эти мюзиклы, да, каким-то спросом. Ну, да, они были интересны зрителям, поскольку они популярны, они на устах, это Вебер, это Бродвей. Uh-huh. А то сейчас интересно то, что делается у нас в России с такими русскими мюзиклами, что называется, которые создают наши современники-композиторы, ставят современные режиссеры. Ну, то есть это свой взгляд на искусство мюзикла, на жанр мюзикла. И это интересно и зрителям. И в провинции это тоже интересно? Так именно это и интересно. Mm-hmm. Да? То есть можно сказать, что мюзикл – это сейчас король всех каких-то там музыкальных театров. Mm-hmm. Потому что в основу мюзикла в основном лежит классическая драматургия. И тут еще и интерес именно с литературной точки зрения, как это можно показать на сцене новое это произведение. Угу. Вернемся мы, наверное, к фестивалю, да? А кто, по-вашему, я не знаю, Галина скажет или Наталья, кто, по-вашему, фавориты этого фестиваля? Ну, учитывая, что это не конкурс, это фестиваль, поэтому здесь у нас не будет победителей. Угу. Естественно, у нас будут какие-то спецпризы. Что, кстати, это за спецпризы? Это, естественно, какие-то дипломы, памятные подарки, сувениры. Вот. И, естественно, мы обычно по итогам фестиваля награждаем, кто-то выделяется, кто-то там за лучший вокал, кто-то за лучшую там женскую роль. То есть какие-то индивидуальные призы, естественно, они будут. Но это уже после обсуждения. То есть после каждого спектакля у нас будет обсуждение с членами жюри, с труппой. Вот. Которые выступали. Вот, и поэтому уже по итогам будем понимать. Ну, и повторюсь, получается, что ребята из Москвы, например, как вот вы считаете, они посильнее, чем из других каких-то городов небольших, нет? Пока мы не еще увидим, пока можем судить.
Потому что в любом случае Иркутск и Пермь мы тоже знаем, что очень сильные студенты, очень сильные руководители, и мы ждем очень интересных работ. Угу. А главным итогом шага для актеров что станет? Я думаю, что все-таки это, опять же скажу, что общение, получение какого-то полезного опыта и выход на большую сцену со своим спектаклем, который, как Наталья уже сказала, что он пронизан такой энергетикой молодежной. А возраст ребят, он, кстати, какой, вот, которые участвуют? Такие уже зрелые или совсем молодежь? Третий-четвертый курс театральных вузов. Которые уже, в принципе, могут работать в театре, да, вполне? Ну, конечно, конечно. Угу. После окончания мы всех ждем. А в чем польза тогда фестиваля для музыкального театра Алтая? Все-таки пятый по счету уже этот фестиваль. Ну, я, как уже говорила в начале, это кадры, естественно, кадры. Поэтому мы настолько делаем насыщенную, интересную программу. То есть мы знакомим, помимо того, что с нашим театром, с нашим репертуаром, да, мы знакомим с городом, с регионом. То есть у нас масса экскурсий, там, вечерний Барнаул, Барнаул театральный. А, чтобы они влюбились в город? Чтобы люди влюбились в город, да. И поэтому у нас позиция актеров, то есть мы понимаем, что они должны себя чувствовать как дома. То есть у нас замечательные волонтеры, замечательная наша семья актерская, которая принимает их очень добродушно. И поэтому влюбить в город, влюбить в край, влюбить в наши театры, ну, естественно, остаться у нас в городе. А сколько уже человек влюбились и работают в вашем театре? У нас, получается, учитывая, что двое у нас все-таки сбежали в большой город, Новосибирск, получается, пять человек. Mm-hmm. Пять человек у нас остались в труппе. Ну, всего семь. А рассчитывайте на сколько, например, сколько вам не хватает актеров? В этом году кого хотите, сколько хотите заполучить? Хотим мужчин, естественно, вокалистов. Вот. Ну и женский состав. Поэтому, ну, человека три нам как минимум нужно точно. Угу. Наталья, вы уже влюбились в Барнаул? Нет еще? Я в процессе. В процессе. Ну, вы еще мало что посмотрели, да? Вчера приехала, да. Ну, и я надеюсь, что вам понравится, и вы будете приезжать почаще. А будет ли шестой шаг? Естественно, традиционно у нас, получается, раз в два года он проводится, поэтому в 2021 году, в мае месяце, будет шестой шаг обязательно. А что бы вы хотели пожелать ребятам, которые вот-вот должны выйти на сцену, Наталья? Ну, от вас, наверное, какое-то пожелание сначала. Как нужно себя вести, чтобы жюри оценило и чтобы, ну, помогло, так сказать, куда-то трудоустроить, может быть? В первую очередь пожелать верить в себя, в свой талант, в свою уникальность, и тогда все получится. А вы, Галина? Ну, естественно, чтобы не боялись большой сцены, хотя ребята на самом деле очень смелые. Вот. Ну и найти свою дорогу в будущем, найти свой путь. Ну, я желаю, наверное, всем успехов и вам тоже, как члену жюри и как руководителю музыкального театра «Алтай». Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Спасибо. А я напомню, что сегодня о пятом юбилейном по счету театральном фестивале курсовых и дипломных работ «Шаг» мы говорили с Галиной Санжаровой, директором Алтайского государственного музыкального театра, и Натальей Языковой, исполнительным директором Ассоциации музыкальных театров России.